О, какая симпатичная получилась. Ну, это у меня готово. Отлично. С добрым утром, малыши! Кар, всем привет! Так, что ты делаешь, Сережа? Привет, Каркуша. Я делаю игрушку. О, это я люблю. Ой, а какую именно? Сегодня я сделаю фигуристку, которая будет танцевать на льду. Фигуристка – это спортсменка, которая занимается фигурным катанием на коньках. Под музыку фигуристки исполняют на льду различные элементы – вращения, прыжки, комбинации шагов и многое другое. Фигурное катание является зимним видом спорта и входит в программу Олимпийских игр. Сережа, а мне очень нравится, как фигуристки катаются на льду. Но как наша фигуристка будет это делать? С помощью батареек, что ли? Нет, ни в коем случае. Впрочем, не задавай пока лишних вопросов. Лучше запоминай, что нам потребуется для работы. Ну хорошо, рассказывай. Смотрите, ребята, вот так будет выглядеть наша фигуристка. Ее я нарисовал заранее на плотном картоне. Также нам нужны будут металлическая коробка с крышкой, клей-пистолет, клей-карандаш, монетка, магнит, а еще рисунок, на котором изображен зимний пейзаж. Я видела! Ты сейчас его дорисовал, да? Да, Каркуша, здесь у меня и елочки, и снег, красота! Какой замечательный зимний солнечный денек! Только я вот не понимаю, зачем ты его нарисовала? А это, Каркуша, наша декорация. Пейзаж для игрушки. И сейчас я приклею его на внутреннюю часть нашей металлической коробки. Ну, точнее, на крышку. Вот сюда примеряем. Видите? Да. Наносим на обратную сторону рисунка клей. Ага. Я использую клей-карандаш. Все промазываем толстым слоем, чтобы приклеилось как следует. Так. И приклеиваем крышки. Вот сюда. Так. Раз, два, и готово. И что? Ну как, неужели ты не поняла, зачем я это делаю? Если честно, то не поняла. Ну как же, Каркуша, наша коробка – это каток, с которого хорошо виден ближайший лес. Вот он! Слушай, отлично придумано! Спасибо! Я очень люблю, чтобы все было красиво. Итак, продолжаем работу. Конечно. Ой, с каждой минуты мне становится все интереснее и интереснее. Это очень хорошо. Сейчас мы должны сделать так, чтобы наша фигуристка уверенно стояла на катке и не падала. Ну, вряд ли у тебя это получится. А вот и не угадала. Видишь, рядом с коньком спортсменки я сделал небольшой выступ. Так. Сейчас мы его загнем. Вот так вот. Оп. Странно, зачем? Секунду, Каркуша, ты как всегда торопишься. Ну хорошо, хорошо. Теперь я беру монетку. Так. И наношу на нее капельку клея. И уже к монетке приклеиваю фигурку из картона. Так. Вот, готово. Ну хорошо, Сережа, рассказывай, что у нас на очереди. Итак, берем каток. На каток выходит наша фигуристка. Вот она встает в центр катка. Красивый пейзаж. Далее берем магнит. Прикладываем его ко дну коробки. И начинаем двигать магнит туда-сюда. Она и вправду танцует, Сережа. А как ты это сделал? Все очень просто. Смотрите, ребята. Видите, с обратной стороны у нас магнит. Он притягивает монетку, а к монетке мы прикрепили нашу фигуристку. Поэтому, когда я двигаю магнит, двигается и фигуристка. Да, думаю, эта игрушка очень понравится девочкам. Однозначно. Но для мальчиков тоже можно что-то придумать. Например, смастерить хоккеиста, вратаря, который так вот двигается туда-сюда и ловит шайбу. Да, может, как-нибудь сделаем хоккеиста? Хорошо, Каркуша, я подумаю. Ну, а на сегодня это все. Следите за выпусками нашей мастерской, и мы подскажем вам еще много интересных идей для поделок, да, Сережа? И научных опытов. Увидимся на канале Карусель. Пока-пока! Не переключайтесь, Кар-кар-кар! Как крутится, эх!